Итак, лайфхак. Есть телевизор, есть дверь, которая может причинить урон этому телевизору. Открываем ее. Опа! Не причинила. А все из-за чего? А из-за того, что здесь есть такой вот лайфхак. Вот такой непримечательный. Использована ПЭТ-бутылка, вкрученная в саморезы косяк. Вот так она работает. Сделана таким образом. Вот так. И все. И она открывается, я ее не поддерживаю. Фух! Работает. Создает немного звука. Ну, это нипочем. Это помогает спасти вот этот телевизор. Вот такой лайфхак, Который $1000 стоит, скажи. который стоит немалых денег. Вот такие дела. Фух.